спасибо, что вы здесь, когда мы собрались, когда вот такой тесный круг, легче переживать потери. Это главное сейчас. Ушел самый светлый и самый жизнелюбивый, самый жизнерадостный человек из тех, кто руководил демократическим движением. Они ударили по самой жизнеспособной части. Он очень любил жизнь. Он хотел, чтобы жизнь была хорошей. И вторая очень интересная, очень важная черта. Он был на очень высоких постах, руководил страной, и после этого он не гнушался тем, чтобы работать депутатом в провинции, где все-таки можно что-то делать в той ситуации, когда власть отсекала любых свободолюбивых людей и от телеэкранов, и от постов во главе страны. Светлая память Бориса. Давайте завтра соберемся и почтим его память еще раз. Ну, вот.